Доброе утро, Владимир Иванович. Я ничего не делаю. Возможно. Николай Иванов, твой дед? Конечно. К нам поступили жалобы от ваших соседей. На эти советские выкройки из окон. Это правда? Он старый. Показывает неприличные жесты в сторону людей, исполняющих служебные обязанности. Он комик, он любит шутить, как ты. А может, он рехнулся на старости лет? Может, ему в сумасшедший дом пора? Как ты считаешь, а? Он герой войны. Пожалуйста, пожалуйста, я поговорю с ним. Кстати, Иванов, вам бы воздержаться от интимных встреч на квартире вашего знакомого Анатолия Черкасова. Я не сделал ничего плохого. Хорошо. А на благо твоего деда ты все-таки посматривай за Черкасовым. Он же просто клон. Да? А может, он хочет соскочить из Советского Союза? Я-то знаю. До свидания, Владимир Иванов. Кстати, эти ебаные ботинки скоро меня доконают. Goodbye!